Здравствуйте, меня зовут Ирина, и я партнер компании «Орифлейм». Сегодня я хотела бы с вами поговорить об акции. Какие бывают акции не только в компании «Орифлейм», а вообще? Для чего они нужны и как можно действительно экономить на своих покупках, используя все эти акции, которые предлагают? Сейчас начал действовать каталог номер 12. И, ну и о нем, и об его акциях мы и поговорим. Для чего компании проводят акции? Для чего вообще это бывает? Для увеличения товарооборота, для реализации продукта. Раньше, кто немножечко постарше, помнит, наверное, что в СССР был дефицит всего. Нельзя сказать даже, что было в магазинах. Можно было войти в магазин и увидеть просто абсолютно пустые полки. Кто молодежь, даже, конечно, сейчас с трудом это верится, при том изобилии, которое сейчас у нас наполнены прилавки магазинов. Но да, мы застали, вот, ну, это не то, что военные люди, а вот я даже, да, я застала, были и талоны в магазинах, и очереди, и записывались, и на руке писали, и даже была карточка покупателя, такая, как пластиковая карточка она была, и там, ну, я было написано, что там отсюда, где их выдана администрация, как там что выдавалось. И даже было написано, сколько у меня детей. И когда я ездила в магазин, ну, в Москву, за какими-то дефицитами детских вещей, в детском мире можно было приобрести столько продуктов, например, детских колготочков, маечек, трусечек, столько, сколько у тебя написано детей. Если там в руки давали две пары колготок, значит, я могла купить четыре пары колготок, там... Вот такое вот было. И все было именно так. Не было, как сейчас сложно в это поверить, ну вот такое было. И поэтому раньше не нужны были никакие акции, все разбиралось в магазинах и так. Сейчас для того, чтобы реализовать какой-то продукт, ну и компании все придумывают какие-то акции, распродажи, черные пятницы. Раньше мы даже об этом не слышали, что это такое, вообще какие-то черные пятницы, когда вот они появились. И что предлагают нам сейчас магазины, аптеки даже? Скидку на отдельные продукты, подарки. Мы собираем фишки, потом обмениваем их на какие-то продукты по более низкой цене. Также нам предлагают карту покупателя в магазине. Мы ее, ну, когда бывает, дают бесплатно в какие-то акции, когда мы даже ее покупаем, чтобы была скидка, например, 3%. Или там, например, как сейчас в многих магазинах, просто накапливаются накопительные, и потом мы эти бонусы, кэшбэк, обмениваем, ну, на какую-то уже материальную скидку. На кассе спрашиваем, сколько там накопилось, или которые кассиры есть такие, они сами предлагают, что давайте спишем, вот у вас там столько-то накопилось. И мы списываем какие-нибудь там 30-50 рублей, мы идем счастливы. Вы довольны домой, что мы не просто того купили продукт по акции, но еще и нам скидку дополнительную сделали. Так что, что предлагает нам компания «Орифлейм»? Многие отказываются даже смотреть каталог. Говорят, что очень дорого. Кто-то говорит, что дешево. Дешево. Это потому, что продукт продается напрямую от производителя, минуя всевозможные схемы реализации продукта, минуя склады, растаможку. У нас за это все платит компания. Как привезли, что привезли, мы даже не задумываемся, партнер компании. Мы только, бывает, там некоторые возмущаются, что какого-то продукта нет наличия, что, ну, не успели привезти или что-то еще. Вот. Все, из-за этого продукты дешевые. Если бы он продавался в розничной сети, он был бы в два, то и в три раза дороже, если бы на него добавить все возможные вот эти надбавки. Дорого, потому что хороший, качественный продукт, натуральный продукт, каким является продукция компании «Орифлейм», не может быть совсем дешевым.
Потому что если вы, например, где-то видите продукт, ну, по очень смешным ценам, и написано, что это там натуральное, там какой-то научной разработки, ну, сами подумайте, сколько этот продукт может стоить в себестоимости, чтобы он был такой шикарный. Еще, например, вы когда-нибудь задумывались, когда вы ходите к косметологу, сколько стоит у косметолога одна процедура? У нас за эту же стоимость порой можно купить набор Novage и пропользоваться им 3 месяца. И я не говорю, что косметолог это плохо, косметолог это просто замечательно. Но еще и важен именно нам ежедневный уход. На него тоже не надо о нем забывать. Вот. Ну а так, чтобы было дешевле и выгоднее покупать, компания предлагает всем оформить дисконт. Что такое дисконт покупателя? Эта компания вам предлагает приобрести продукт с 20% скидкой и иметь доступ ко всем внутренним распродажам, которые у нас только бывают в компании. Сразу перехожу к онлайн-распродажам. Я всегда своим всем партнерам, ну, я и сама всегда, как вот я знаю, понедельник начинается новый каталог или новая неделя каталога. В понедельник у нас выходят какие-то дополнительные онлайн-акции или просто какие-то акции компания объявляет. Многие даже говоришь, вот, что посмотри здесь вот по акции, вот это то, что ты спрашивала, и клиенты, и партнеры по очень выгодной цене отказываются покупать этот продукт. Говорят, что по той простой причине, что в магазине, если продукт положили на другую полку и его еще удешевили, уценили, значит он, ну так, курица или еще что-то, уже у него выходит срок годности и, ну, не хотят покупать такой продукт. У нас в Oriflame этого нет. У нас, если компания объявила онлайн-распродажу, это просто маркетинговый ход. В распродаже всегда хороший срок годности. Не бывает у нас. Компания очень следит за своим, ну и сроком годности, своим именно вот авторитетом, чтобы, не дай бог, прислать покупателю, партнеру продукт с исходящим сроком годности. Все распродажи у нас всегда с хорошим сроком годности. Рыжулечка, садись. Вот, помощник пришел. Очень любит, когда я что-то записываю или провожу какие-то эфиры, он всегда рядом со мной, если дома. Просто компания проводит эти распродажи, онлайн-распродажи, делает, почему? Меняется дизайн, чтобы не остался на складе. Нужно же все это реализовать, пока срок годности хороший, продукт пользуется спросом. Бывает такое, что продукт отсутствовал в каталоге в связи с тем, что его не успели вовремя привезти. Потому что у нас продукция же 5 своих заводов, и могут привезти, ну, как доставка, логистика сейчас очень сложная, и бывают проблемы именно с доставкой продукта. А потом в конце каталога этот продукт привезли, покупатели же хотят его приобрести, и компания делает акцию дополнительную на этот продукт, и мы с удовольствием покупаем, потому что мы его хотели приобрести, но не было его в наличии. Все довольны, все счастливы, и компания ничего не потеряла, и у нее прошел хороший товарооборот в связи с этими вот акциями дополнительными. Вот. Теперь будем говорить про акции, которые компания объявляет именно для партнеров компании. У нас есть для покупателей, бывают в каталоге, это у нас всегда. Приобретите там с этих страниц это, наберите на эту сумму, и вы сможете приобрести какой-то продукт с более выгодной цене. Это всегда у нас в каждом каталоге можно найти продукты по очень привлекательным ценам и акциям. Всем рекомендую обращать именно на это внимание. Многие не смотрят, потому что партнеры некоторые звонят и спрашивают, я что-то получила заказ, и у меня там теперь цена не прописывается в накладной. У меня какой-то продукт, я его не заказывала. Как вот были там кисточки, если ты купила две помады по рублю. Я говорю, да это у тебя за рубль вложили тебе. А, ну если за рубль, ладно, а так я как готова сдать, возврат сделать, чтобы только отказаться, чтобы не переплачивать деньги.
И вот сразу перехожу к продукт вместо платы за доставки. У нас вот сейчас второй каталог компании нам опять возобновила. Эта акция у нас была. Это было, ну не знаю, я с удовольствием всегда пользовалась. А сейчас это просто, ну я рекомендую всем обратить на это внимание. На последнем шаге, перед тем, как сохранить свой заказ, строчка такая, если у вас вдруг не выскочила, продукт вместо платы за доставку. Ну, как-то так там написано. Обратите внимание, да, там продукты, если листать вправо, там дороже. Ну, вы как, смотря с компьютера делать или с телефона там двигать по-разному. Обратите внимание, да, но бывает, там смотришь, что там какой-то продукт, там 400 рублей. Но учтите, вы, если делаете, ну, основная масса делают, ну, на Пятерочку или Почта России, там, я знаю, ну, это у нас вот здесь в Московской области, да, Пятерочка 200 рублей, Почта России 275 рублей. Вот вы из этой суммы, например, продукт стоит 450 рублей. Вы вычтите 200 рублей, и вам этот продукт получается всего за 250 рублей. Вы же за доставку, если не откажетесь от продукта, все равно будете платить. А так вот был в прошлом каталоге самый дешевый крем в баночке, вот этот голубенький, эссенс, 231 рубль. Это получается минус 200 рублей, это банка крема за 230, за 31 рубль. Также был из этой же серии Кольт крем. Там, по-моему, 255 он был. Зима впереди, нужно готовиться. Если вы его не хотите на лицо, он же прекрасен для рук. Это крем для всего. Я уж думаю, надеюсь, найдете применение крему. Вот посчитайте выгоду и пользуйтесь этим предложением. Также еще у нас для всех партнеров компании акция – это 50% скидка. Вы знаете, у некоторых партнеров, как вот у своих, вот даже смотрела в заказ, спрашивала, смотрю, заказ сделал. Ты сделала? Сделала. Точно сделала с 50%? Ну, конечно, заказала. У половины не заказали. Но отслеживаете вы. Это на втором шаге вашего заказа появляется дополнительное окошечко. Если ваш заказ более 35 баллов, это же 35 бонус-баллов. Раньше 50% скидка была. Надо два каталога подряд сделать было по 150 баллов. Теперь 35 баллов, и вы не пользуетесь такой возможностью. Это от черной цены считается 20% минус делите. Наша дистрибьюторская цена делите пополам. Такая акция, это такие скидки. Это если туалетная вода стоит 3 900, купить можно за 1560. Любое, ну не нужна вам туалетная вода, крем не нужен вам, но купите зубную пасту, шампунь какой-то себе дорогой, который вы хотите купить, но считаете, что для вас дороговато. Не упускайте возможность. Также, ну смотрите, сейчас все акции от 35 баллов. Ну доделайте 34, 32 балла в заказе. Ну я, честно говоря, я не понимаю, о какой экономии можно говорить, как многие говорят, я зарегистрировалась для того, чтобы экономить на покупках. Какие же экономии? Вы такие шансы упускаете. Еще следующее, тоже акция для всех. Это наборы каталогов. Почему сейчас компания так активно вкладывает нам, предлагает за каталоги и даже когда в конце каталога за 1 рубль каталог, 2 каталога, и отказываются. Господи, ну возьмите вы, не пожалеете 2 рубля и подарите каталог соседке, на работу отнесите. Сами, если вы, например, смотрите онлайн-каталог, ну вот вам будут и клиенты, вам будут и партнеры. Я не призываю к тому, что надо бегать с каталогами, а наоборот, компания это лето объявила как акцию каталог в каждый дом. И поэтому 10 наборов можно приобрести за 200 рублей, 25 каталогов за 450 рублей. Ну не хотите вы брать 25 каталогов, но 2-то можно взять. Просто порадуйте своих соседей, удивите их. Даже ту соседку, с которой вы и не знаете, просто едете в лифте. Напишите свой номер телефона и подарите. Компания это делает для того, чтобы больше людей узнало то, что компания осталась у нас на российском рынке, что она с нами и не собирается никуда уходить от нас. Никуда. Она с нами.
Скажите ей всем об этом. Вот этот ваш каталог за 1 рубль, и будет призыв к тому, чтобы человек посмотрел и познакомился с продукцией Арифлейм. Вы посмотрите, сейчас молодежь, вот на улице, вот бывает, предлагаешь кому-то каталог, да, остались каталоги, еще что-то, я отрублю тушь. Естественно, я не отказываюсь никогда. Молодежь, которая вот моложе 20, когда с ними вступаешь в разговор, некоторые даже каталог никогда не смотрели, если у них мама не заказывает, и продукцией вообще никогда не пользовались. Как же мы будем развивать свой бизнес и создавать компании товарооборот, если у нас молодежь, это именно на кого нам нужно делать акцент, не видели каталог Арифлейм или не знакомы с продукцией? Не знаю, рекомендую брать каталоги. Что говорит нам компания? Пользуйтесь продукцией сами и приглашайте знакомых пользоваться. Но пользоваться-то тоже нужно с умом. Пользование, если вы заказываете шампунь в одной себе компании заказали, я не как ни качество, ни чего, другие компании я тоже все ценю, все уважаю. И магазины, и вся продукция, в которых магазинах пользуются, я уже не к тому. Один шампунь купили в магазине, второй купили, заказали на одном сайте у одной компании, второй заказали гель для душа где-то в интернет-магазинах, на Озонах, на Валбересах. И потом, когда начинают смотреть рекламный каталог, говорят, вот что у меня все есть, я вообще не понимаю. Вы понимаете, когда вы распыляетесь, вы не экономите нигде на продукте. Если заказывать в одном месте, вы действительно будете экономить на продукте. Вы поменяете свой магазин обычный или вот это разные на один магазин. Магазин продукции Арифлейм. Ваша страница в Арифлейм – это ваш интернет-магазин, ваш каталог – это вы собственник этого своего магазина. Наполните вы магазин, создайте товарооборот. Я не верю, что семья из 4 человек в каталог может заказать шампунь, дезодорант и тушь. Не может этого быть. Сейчас лето. Не знаю, и гели для душа, мыло, как вот в прошлом каталоге сейчас были такие скидки на все это. Подумайте, посмотрите, что, чего у вас нет. И посчитайте, что, какая у вас будет скидка, какие вы возьмете плюшки еще от компании, если вы закажете себе продукции только в компании Арифлейм. Помыться, побриться, покраситься, краска для волос, ароматы, витамины. Все у нас попробуйте. Хотя бы попробуйте, а потом будете говорить, понравилось вам, не понравилось, подошло вам, не подошло. Как можно судить о том, о чем, что вы никогда не пробовали? Вы же прекрасно знаете то, что вот скидка каталога 20% это для всех партнеров. И еще компания нам предлагает дополнительную скидку от 3 до 22% с группового объема товарооборота. Если вы активно продвигаете свой интернет-магазин и предлагаете своим знакомым пользоваться, тогда у вас будет еще дополнительная скидка от 3 до 22%. И у вас суммарно будет скидка на продукцию 42%. И плюс еще море акций, подарков от компании. Потому что многие боятся показать или предложить своему коллеге по работе зарегистрироваться только по той причине, что боятся потерять 20%. Вы не бойтесь, вас компания отблагодарит. Ой, ладно, будем думать, что мы все предложили своим знакомым зарегистрироваться. Что же получит новичок, которому мы подарим каталог или просто пригласим, скажем, приходи экономить. Каждый новичок получает в этом каталоге, уже и все лето у нас такая акция, дальше продлевается, скидку 20% на весь ассортимент продукции. Также только условия надо сделать. Нет, 20% у него будет при любом заказе. А если он сделает 35 баллов,
в этом каталоге и более, то у него доставка будет бесплатная, он получит комплимент от компании, это какой-то продукт из Oriflame наишикарнейший, скидку, так же, как и все мы, 30-50% на один понравившийся продукт. Участие в розыгрыше гарантированных подарков. Участие в розыгрыше негарантированных подарков. Стартовая программа продлена по 18-й каталог включительно. Что такое стартовая программа? Если вы за 21 день суммарно сделали заказ на 75 баллов, это может быть с двух каталогов, в следующем, последующем каталоге после этого вы можете себе приобрести один продукт до 1000 рублей всего за 1 рубль. А потом уже два каталога, уже там надо за каталог. Вы опять набрали 75 бонус-баллов в каталог. Последующий каталог вы можете выбрать любой продукт до 2000 рублей. И третий каталог вы сделали опять 75 бонус-баллов. Вы можете приобрести третий продукт до 3000 рублей за 1 рубль. И таким образом вы экономите 6 рублей. Ну, вычтить можно 3 рубля. Что такое бонус-балл, наверное, говорить не нужно. Бонус-балл – это единица измерения суммы заказа, так как компания работает в более 60 странах мира, и чтобы всем одинаково платить объемную скидку, кэшбэк, как хотите. Для этого придумали бонус-балл. Что получает приглашающий спонсор? То есть вы пригласили, и вы становитесь приглашающим спонсором. Вы также при размещении вами заказа не менее 35 бонус-баллов получаете, участвуете в розыгрыше гарантированного подарка. Это продукция от компании Oriflame, и еще там, ну, каждый каталог меняется, это баннеры потом я вам пришлю. Участие вы парно получите со своим новичком одно и то же. Если вы получили туалетную воду, значит, ваш новичок получит туалетную воду в следующем заказе. Также каждую неделю все партнеры, которые пригласили новичков, будут участвовать в розыгрыше негарантированного подарка. Это разыгрываются два айфона 13-х, два ноутбука и два телевизора. Вот также кто-то, ну вот вы, приглашающий спонсор, получили, выиграли айфон, и ваш новичок тоже выиграет айфон. Да, всего разыгрывается один комплект, ну, по одному комплекту все это, да. Но если вы пригласите больше новичков за неделю, розыгрыш проходит каждую неделю, это три раза в каталог. Вы больше пригласите, то у вас больше возможностей получить не гарантированные подарки. У вас может быть не одна туалетная вода, а три разные там подарка, наборы какие-то, еще что там есть. И поучаствовать три раза, например, в розыгрыше не гарантированных подарков. А если у вас их будет не три каталога, а 10, значит, у вас 10 возможностей получить в подарок телевизор. Так. Приглашать надо понять, что это очень выгодно, и не жадничайте, да. И также вы, когда приглашаете, вы будете вот именно в следующем каталоге от объема продаж вашего группового созданного товарооборота, вы это поймите, вы будете получать этот кэшбэк на покупки следующего каталога. И какой у вас будет этот кэшбэк или объемная скидка, как хотите ее назовите, 300 рублей или 30 тысяч или 100 тысяч, это зависит только от вас. Да, именно можно получать и 100 тысяч. Только там уже будет вам на расчетный счет вам, ну, падать, оставаться у вас в личном кабинете немного, остальное вам компания будет уже переводить на ваш личный счет, какой вы скажете. Так что, может быть, задумайтесь и еще раз обратитесь к своему наставнику, тому человеку, который вас пригласил, и скажет: объясни мне, что я должен делать, получать все эти выгодные подарки от компании Oriflame. Вот. И это еще не все. Сейчас для активных партнеров продолжается последний каталог «Летний турборост». Акции это также
компании дополнительно выплачивает бонусы, деньги. Квалификации на банкет директоров, квалификации на менеджерскую конференцию, на золотую конференцию в Турцию, на бриллиантовые исполнительные конференции. Да, приглашай своих знакомых, вы можете и побывать везде за счет компании. Для каждого свои условия. Если вам было интересно или полезна моя информация, я буду очень рада. А так, давайте пользоваться нашей продукцией, получать подарки от компании. И не только подарки и скидку 20% от цены каталога, но и путешествовать с компанией и зарабатывать достойные деньги. До скорых встреч, Ирина.